Внимание! Проводится комплексная техническая проверка региональной и местных систем оповещения. Ложиться, стоять или бежать и искать укрытие. Что делать, когда слышишь вой сирен? Главное, говорят в Центре гражданской обороны, не паниковать, а постараться найти радиоприемник, который есть во многих телефонах, или телевизор, и прослушать информацию. Утренний сигнал в Самаре был учебным. Систему оповещения в регионе проверяют дважды в год. Как правило, это первый способ предупредить жителей об опасности в случае авиаудара или, скажем, наводнения. Здесь, в Центре по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, об этом узнают первыми. Оперативный дежурный центр, получив необходимую информацию, принимает решение в соответствии с действием по инструкции и запускает. По времени это происходит буквально считанные секунды. И доводится, значит, до буквально всех городских округов нашей области и до муниципальных образований. На сегодняшний день в городах и селах региона установлены почти 600 сирен. Запускаются они, как правило, автоматически. По данным Центра ГО и ЧС, электронное оповещение охватывает более 90% населения. Павел Беймаков, Сергей Баскин. События.